Чего вы смотрите? Это не я курил. Я не курил. Это от соседа дым. Дима! Что? Дима, ты можешь курить, Дима! Ты можешь бухать, Дима! Ты можешь даже девок домой водить, Дима! Да это не я! Дима, даже пусть одна из этих девок забеременеет, в конце концов, и родит тебе детей! Тебе 30 лет, Дима! Женись уже, наконец! Сколько можно? Блин! Рот свой закройте! Как вам вообще не стыдно? Это ужас какой-то! Дочь, что там случилось? Я не понял. Вон, ты тут соседка опять слухи про меня распускает. А ну, зайди в дом быстро. Наталья Михайловна, что, мы же с вами интеллигентные люди, Наталья Михайловна. Давайте вы свой рот будете открывать на уровне ширинки, а не в сторону моей дочки. Вам понятно? Понятно. Что? Охерела, блин, конечно. Вот так с ними надо. Спасибо, папа. Ну, пожалуйста.